Всем привет! Это влоговый канал Закупыча Влог Z. И сегодня мы оказались, смотрите, в какой волшебной сказке. Сегодня у нас наконец-то выпал снег, это суббота. Смотрите, какая красота. Да, 11 января. Как это снег выпал, как там в феврале? Пушкин писал. В январе. О, посмотрите, какая красота у нас тут. И никакой Москвы не надо. Вот это дом правительства у нас. Вот это олени. Вот он, дом правительства, который горит весь. Тут олени. Сейчас, в общем, мы будем фоткаться. Буду вам показывать все самые красивые. Вот это олени. Ой, как красиво, слушайте. Вообще. Все, сейчас будем фоткаться, Милан, тоже стоим в очереди. Да, говорят, скользко тут. Может быть, кто один упал? Милан, тебе не холодно? Эту шею у тебя как голая. О, тетя Катя нас снимает. Тетя Катя, привет. Привет. Так, а мы вот так теперь еще. О, вот это можно заставку что-нибудь сделать, смотрите в камеру. Так. О, посмотрите, как красивые шары. Сейчас мы сфоткаемся с шаром, с елочкой напротив дома правительства. О, давай тут. Сейчас мы отфоткались с шариком, с вот этим домом. Идем, тут еще много всего. Слушайте. О, там есть заяц и лиса, смотрите. Вон, зайчик и лисичка. Вау, ну вот это вообще шикардос. Это на широкий угол, Валь, фоткай. У тебя же есть широкий угол. Да, у нас даже есть дуг-пакеты, но их, конечно, нету. И никто их сюда не заправляет, я думаю. А это, типа, убери какашки за собакой, тут написано. Ну, пакетов нет, но мне кажется, их тут и не было никогда. Вот он, заяц стоит. Вот они, шары. А вот и лиса. Лису тоже зафоткаю к себе в Инстаграм. Кстати, подписывайтесь. Подписывайтесь на Инстаграм Закупыч. Чик. Опа, лисичка. Чик, все, я забрал себе лисичку. Сейчас заберу зайца. Оп, забрал себе зайца. А у нас тетя Катя уже просит фоткать ее. Валюш, давай вас сфоткаю. Милан, иди к вам. Какая же красотища, слушайте. О, вот здесь надо делать селфи. Давай селфи. Опа, смотри сюда. Мяу. Мяу. Так, теперь Валюша. Валюша. Валюша, мы селфи. Я потом нарежу из видео фотки. Так. Мяу. Мяу. Мяу, мяу, мяу. Все, фотки нарежу. Так быстрее. А что там? Там же быстро потом нарезал. А меня опустить? Тебя спустить? Прыгай. Головой вниз. Слушайте, вообще шикарно. Я хочу твою камеру. Я полизал зайца, немного примерз. Мне пописали на язык, и я отмерз. Так что это безопасно. Берите сюда с собой друзей гулять. Потому что, мало ли, придется вас спасать. А вон олень вот этот, да, офигенный. Давай, Милан! Дай оленя! Дай оленя! Все, мы нафоткались. Замерзла Милана у нас. И не только Милан. Вот, вот я оделся. У меня зимние штаны Adidas. Очень теплые. Ты в колготках? Это жесть. Это жесть. Срочно бежим. О, тут смотрите, церковь-то прям. Надо сфоткать будет сейчас олени по церкви. Олени с церковью. Я побежал. Нет, я там. А тут у нас стоит памятник жертвам политических репрессий. Вот он. Пойдемте, вы же замерзли все. Да. Это танец какой-то был. А тут у нас церковь Александра Невского. Вот там мы на пасочку ходим эти куличи светить. А вот и наша церковь. Красота. Смотрите, какая красота. Милан, красиво? Не замерзла? Да. А мы уже пошли в торговый центр Светофор. Да, ну что, пойдешь с Миланой, да? Нет, выйди. А, пойдем, Милан. Ты в детский мир, Милан? На лифт пойдем? Да. Ну пойдем на лифт, да. Четыре. Четыре. Выходим. Кигуруми. 1600 ре. А это сколько, да, переверни? Тут не написано. Под капюшон? Не, ничего не написано. Ну что, ты одежду, да? Да, я пошла одежду.
А мы с Миланой пошли в игрушки. О, Милан, Treasure X. Новых не появилось, Treasure X? О, у нас вот такого нету. 500 рублей, смотрите. У нас вот такой нету. Такой. Да, 500 рублей, смотрите, прям очень выгодно. Да. Одевать вот такой. 1200. Да, такого у нас нету, не хватает для коллекции. Да. О, Милане понравилась эта штука. 3000 стоит, да? Да, 3000. Там шарик какой-то. И лол. Это типа смешиватель из слайм внутри? Да. О, карусель такая. Ну тут лол тоже, вот получается по акции лол. Treasure X. Он типа для девочек тут, для мальчиков тут. О, смотрите, кого нашел Бэтмена. Ого. Он всякие звуки издает. И вот Бакуганов нашел. 2900 стоит. Это сколько тут штук, Милан? 4 штуки? Какая прикольная курочка. А та тоже работает? Ага. Смотри, какого прикольного пушастика я нашел. Классный? Да. Пушастики. Он как будто... Он пахнет еще как-то странно. Странно пахнет. А это что такое? Ого, какие-то лошади. Такие тяжеленькие. Радужный единорог называется. А Милана сейчас у нас любит Surfella Family, да? Когда у тебя есть коллекция маленькая. Да, когда меня не. Когда я не любила. Да раньше не любила, а сейчас что-то ей прям понравилось. О, куклы, которые умеют говорить, что вы умеете делать? Да. Это не работает. Что-то говорит. А. Ну да, она мне тоже понравилась. Я прям первым делом обратил на нее внимание. Зуру. Рейнд Корп. За 3800. Вот они наверху, их очень много. Маты. Да, и много беззубиков. Многие сейчас мне, кстати, писали, типа, сделай обзор на беззубиков. Типа, всех беззубиков закажи где-нибудь. Ну, типа, много-много-много разных. А это что такое, Милан? Паровозик Томас, ничего себе, игра. Здесь паровозик есть, и он может катать шары. Ничего себе. Нет, смотри еще. А вот мои любимые трансформеры, Милан. Вот 2300 стоит, вот такой маленький. Я большого распаковывал. Посмотрите, кстати, мой обзор на канале на трансформеры, если вы фанат трансформеры. Я знаю, многие взрослые любят трансформеры. Так. Ну все, вроде, тут мы посмотрели все акционные товары. Пойдем туда, где мальчики, игрушки. Ого, какой развивающий набор Лего. Буст за 8 тысяч. От 7-12 лет там планшет получается, можно играть в игры. Или это ему можно управлять? Наверное, это роботом можно управлять. Да. И Лего, Милан, что тут из нового из Лего? Вроде ничего. А раньше у нас в детском мире вот в этом месте прятали уцененные игрушки, которые коробки порвали. Походу их продавцы потом забирали. Но тут ничего нет, сейчас. Ты знаешь, Милан, кто это? Кто это? Это из этого. Кто это такой? Забыла. Забыла? Да. А мы раньше все знали, кто это. Да. А ты даже не знаешь, кто это? Да, я смотрела такой мультик «Пока ночи малыши». «Пока ночи малыши»? О. Ну ты не знаешь, как его зовут. А тут написано на нем. Вот, вот тут. Что за первая буква? У них еще появились прям йоху все. По 500 рублей. Есть такой йоху, такой. О, смотри, даже буйвол йоху есть. Бегемотик йоху. А где? Ой, большой лемур йоху. А где? И красивый. А где йоха? Ничего себе, появились Little Pet Shop в волшебной лампе Аладдина. И там типа сюрприз животное за 300 рублей. Первый раз такое вижу. Так что еще новенького появилось? Так, ну вроде как больше все остальное старенькое. Мне нравится делать видео про новинки, а тут новинок ничего нету. А, ну вот есть пони на облачке. Первый раз вижу. 900 рублей. Пони в облачке. Она светится, да? Типа она может как ночник еще светиться. А, это в воде, наверное, она плавает. Хэтчимал, Суценко. 250 рублей. Тоже не знаю, что это такое. Ого. Еще Хэтчимал. Ну, зафоткаюсь на заставку с этим, с яйцом. А, вот акции, смотрите. За 6 тысяч. Эти. С шеями. Так, тут у нас что? А, ну вот эти коробки, они двигаются? А, да, вот это двигается. Они, может, она прыгать. Слышите, поет что-то. Прикольно.
Какой олов, похожий на Гуфи. Выглядит ужасно. Вообще жесть какая-то. Тут и три кота такие же странные. На Тоботы акции в детском мире. Практически на все линейки. От самых больших до маленьких. Ну, я нашел акулу, которая двигается. А я не знал, что у Hot Wheels есть машинки, куда можно фигурки сажать. А что она делает? Тут кнопка есть, можно жмать. Hot Wheels, коляска инвалидная. Но это, походу, типа для всяких трюков с фигуркой. Где эти фигурки брать? Кто знает, где брать эти фигурки? Странно. 139 рублей тоже по акции. Тут много Hot Wheels. Ну все, я посмотрел все товары. Новинок никаких нету, мне ничего не понравилось. И продавцы, конечно, в детском мире ужасные. Я спросил альбомы. Мне нужно купить в детский сад 12 альбомов по 40 листов. Я спрашиваю, ой, я не знаю, посмотрите сами. На складе их точно нету, типа того. Есть альбомы только, которые лежат. Ну, все альбомы лежат в наличии на этом, на полках. А там на полках бардак, я говорю, разберитесь. Я пришел, потом увидел альбом, стал копаться. Она стоит, смотрит на меня, даже не показала мне, какие альбомы есть. Так что странно. Так что, вот продавцы в детском мире ужасные. Главный хит, что заинтересовало девочек за 1000 рублей. Вот такие пижамы. Я бы взяла. Нет, ты как, кстати? Типа как кигуруми, да? А вот я купила. Ну, покажи, Милан. Вот. Марку. А, ты тоже такой? А колпак есть для нее такого же цвета? Милан. Ну, колпак на голову. Для тебя. Было прикольно. Смотри, с ушками. Ну, да, какая киска. Хочу взять. Ну, посмотрите. Да. Хорошо быть маленькой девочкой. Можно на себя в детском магазине купить что-нибудь. Мне? Давайте. Ну, какая ладка. Мяу, мяу. А Милана у нас уже ходит в этой пижаме, да, Милан? Да. И смотрим это. Мы смотрим, сейчас я вам покажу, что. Это мы дома, вот Милан говорит, я монтирую сейчас видео, сижу вот это, на этом же моменте, вот где сейчас вы остановились. И Милан увидела это, как говорит, ой, папа, сними меня в этой пижаме. Вон, офигенная пижама, да? А мы смотрим этого, кто это, Нептун? Аквамен. Ой, свечечки у нас горят. Смотрите, у нас открылся магазин милоты. Кидсби. Ого. Ой, какие милые котики. Мои какие щекастые эти. Пингвинчики. О, сколько стоит такая лама? Лама стоит 800 рублей. Слушайте, недорого. Вообще недорого. А тут всякие единорожки. Стоит. О, вау, какая мягкая. Это грелка для рук, покажи киску. Вот. Не очень мягкая. Хочется что-нибудь купить? Мама, куда выкинуть? Тут, смотрите, влюбленные зайцы. А, смотри, 400 рублей заяц. Вообще недорого, да? Они в одну еду. Он такой же мягкий. Они в одну еду держат. Эту миску. А вот, типа, это время поцелуев, колокольчики. Еще всякие колокольчики. Ну, а эти такие с зерном. Вот это грелка для рук с кошками. Ой, все такое милаха. Свеча. Свеча в подсвечнике. Смотрите, как она пахнет. Что это за пакет? Нет, Катя, нравится пакет. А-а-а. А это что такое? Это канистра? Кружка, пить воду. Может быть, коньячок спрятать? Портфели всякие приколюшные. Вот еще единороги, сумки, зайцы. Еще зайцы, кошки. А вот мыши, о, хит сезона. 400 рублей стоит мышь. Маленькие ракетки с маленькой этой сеточкой. Ты видела, Камилота? Мини-пинг-понг. Типа дома поставить. О, милота. Они реально маленькие, смотрите. Вот ракетка, я могу ее рукой закрыть. Всякие уточки для плавания. А вот, типа, моя бутылка, да, вот это хит прошлого года. Бутылки всякие. А это что такое? А что, сама не можешь поносить? Это что такое? Мусорка маленькая, да? А это что такое? Там же написано? Пробка для бутылки. Это пробка для бутылка, да? Шляпка, типа. Типа шляпку одела на бутылку. Крючочки милые. Бушлаки с кружкой сразу, чтобы воду слить аккуратно. Да чашки с ложечкой. О. А вот эти светильники, Валюх. Да, слушай. Что, он работает? Надо включить его.
О, работает. Да, смотрите его. 800 рублей? 900. А луна это что такое? Луна, да. Настольная лампа луна, где она? Вот он. Где? Вот это она? Нет, это кошка, но луну убрали. Это вентилятор, да? О, он работает. Слушай. И подсветка даже есть. А вот. Да, он даже с подсветкой. Вентилятор с подсветкой. Да, вот этого магазина нам не хватало, да, Валя? Не знаю, какие-то тестер, лимон, что-то, косметика какая-то. А тапочки вот эти, они такие плотные. Это массажные тапки, они очень плотные. А эту штуку, походу, массаж делать. Кирпич для йоги. Никто не занимается йогой? Я. Ты занимаешься? Почему они не включают этих кошек? Это что такое вообще? Это же не просто чехол. Это зарядное устройство. А, это внешний аккумулятор, что ли? Да, это пауэрбанк такой маленький, мимишный. Мимишный пауэрбанк. И лайтинги он для айфона тоже мимишный. И вот всякие совушки тоже мимишные. Не знаю, я думал. Все говорят мне, что типа только оригинал. Я думал, что это такое. А, это подставка для зубных щеток в виде сапог. Смотрите! Мне нравятся вот эти металлические кружки, как раньше были в Советском Союзе, такие железные. Но они очень тяжелые, из чего они сделаны? Очень тяжелые. Написано, керамические? Да. Что это? Кейс для таблеток. А кейс для таблеток? Тоже, кстати, забота о вас. И сладости, Валюш. Знаешь, что бы я хотел попробовать? Вот это, что это такое? Ну да. Ну так хочется попробовать. Что это такое? Ну что, чупа-чупсики. Ну я пробовал, такая вкусненькая водичка. Палочка со вкусом зеленого. Вкусненькая водичка просто. Просто вкусненькая водичка. Я хочу вам показать прикол. Прикол? Этим. Давай показывай прикол. Давай. Давай. Когда ты ее ставишь, он падает? Да. А он сдувается сам с собой? Да. Он сам себя сдувает, то есть его нужно держать постоянно. А вот у него подставка должна быть, Милан. Да, подставки нету. Какая милота. Что это такое? А, это точилки. А что такое? Лего. Лего насадка для ручки. Да, это из лего можно сделать насадку на ручку. Моноёлка. Магнитные держалки. А вот, Валь, помнишь, что отпечатки вот, делать? Где это было? У Катики на день рождения, да, у дочки? Да. Когда это? А, вот она. Кать, помнишь, что у тебя была на день рождения такая штука? Да, давай. Давай. Коси. Я-то даже... Получилось что-то вообще странное. Вот, все, наслаждайтесь. Кактус. Это кактус. Это кактус, да, получился. О, точилки. Бутылочки. Саморастущие ручки. А, самостирающие ручки. Ой, вот такой. Посмотрите, вот это. Я хочу пофоткать все это. Я время беру и не знаю, да что. Посмотрите, сколько тут всего няшного, чаровашного, сколько кошечек. А, поп-сокет, как у меня на телефоне. У меня на телефоне видела? Нужно? Ну, мне удобно с ней. Так, все, мы уходим отсюда. Отличный магазин. И самое главное, недорогие игрушки. За 400 рублей где-то купишь такую милоту. Вообще офигенно. О, Милан, Макдональдс новые игрушки, да? Да, я хочу это. Это настольные игры. Да. Я это, хочу получается, настольные. Настольная игра «Поймай муху». Это настольная игра «Поймай плохого ребенка». Это настольная игра на «Морской бой». Это крокодильчики даже есть, смотри, легендарные. Я бегемотики, да. Хочу эту. Я хочу бегемотиков. А я хочу а это. На Валюше Милане купила все-таки в магазине милоты вот эту штуку. Насадку на ручки из лего. Мимимишную. А у нас была это, какая-то забегаловка, а теперь открыли фубо. О, теперь можно тут том-яма поесть. Ну или фубо точно можно поесть. Так, а я себе взял борщ. А ты себе кофе и все? Нет, я взяла себе спринг-роллы там.
А, роллы еще? Ну, они, знаешь... Ну, которые как шаурма, да? Да. Понятно. Короче, я борщ сметаны буду есть. А Милана взяла себе Hasbro настольную игру. Hasbro? Да. Hasbro настольную игру теперь там. Прикинь. Две штуки. Да. Две штуки. Нифига себе. Две игры какие-то. Да. Вообще, Макдональдс вообще удивляет. Так, а мне латте должно быть. Оп. А ты какой кофе взяла? Вьетнамский чай. Что? Вьетнамский чай? Вьетнамский чай кислый, понятно? Никогда не покупайте вьетнамский чай. Я взял сахар, посмотрите. А латте, посмотрите, какой с пеночкой. Мне нравится постоянно очень горячий у них в Макдональдсе, всегда прям очень горячий кофе. И даже латте молоко добавляют, типа он должен быть холоднее, но нет. Кстати, суши в ролл-воке нормальные. Ой, мне Марк не заказывала? Да, я всегда там заказываю. В ролл-воке? Да, мне Марк написал сообщение. Пишет Марк, мы перепутали от школы семи гномов наклейки, они там указаны. Что это значит? Секретный код для мамы. Так. Смотрите, как я ем борщ. Сейчас я покажу, как я ем борщ. Не, показывай. Борщ офигенный в теремке. Ой, дай я покажу это. Вот так, посмотрите, какая шаурма. Я впервые вижу такую шаурму. Вообще. Это надо фотку сделать. Мама, я же мало. Александр. Поручик попросил